Здравствуйте, товарищи, с вами Сет, и мы продолжаем проходить Mass Effect 3. Я тут загрузился, ну, после предыдущего летсплея я выходил, и вот сейчас я загрузился, и смотрите, кого я нашел. Оп! Опаньки! А в предыдущем летсплее ее не было. Ну что сказать? Клево? Задавай. Is it a big or small one? Какой странный вопрос. Это она так типа... намекнула, что, скорее всего, мы сдохнем. Ну и чё? Ну окей. Перед кем ты в долгу? But they have never destroyed ours, nor will they. Good. Ну-ка. Fight hard, but fight smart. We'll be depending on you. Ну это, короче, типа такая сценка, как искусственный интеллект становится потихоньку типа эмоциональным и все такое. Commander, Admiral, just going over the sitrep. How's it look? Ну что ж, начинаем. 25% of Hammer has reported in. That's it. А, то есть нас в 4 раза меньше, чем должно быть. We're as ready as we're likely to get. Every minute wasted here, the Reapers gather. Exactly my thoughts. Battalion leaders, report to HQ. Ну что ж. We fought hard to get here. But now the toughest part of our mission begins. We've got to drive right through the heart of Reaper-controlled territory. Break past their defenses. And get to that beam. What kind of defenses? The entire area is crawling with Reaper forces. But our biggest concern is the destroyer. Разрушитель. Can we bring in air support to deal with it? Negative. Some kind of interference. We'll have to take it out from the ground. Now they've cut a swath. Андерсон каким-то толстым выглядит, я не знаю. Но он явно больше и массивнее, чем остальные. On the other side, but expect heavy ground resistance. We need to get our tanks to here. If we get close enough. Он мне, кстати, напоминает Адаму из БСГ. Ну, не знаю, чем. Но, по-моему, похож. Правда, я не знаю, в БСГ что с Адамой случилось, потому что только два сезона видел, и то не до конца. Надо досмотреть. Говорят, концовки похожи, что в Mass Effect, что в БСГ. Shepard, I'm sending you right up the gut where the resistance is heaviest. Support the tanks the best you can, but stay alive. I need you for the final push. Ну вот еще здесь буквально двумя ракетами уничтожить жнеца. Ну неужели, не знаю. А до этого мы вообще одним выстрелом уничтожили жнеца. Это как-то странно. Если такое оружие есть, то почему бы не сконцентрироваться на том, чтобы применить его как можно, не знаю, эффективней и создать солдаты. This war has brought you here today. It will define... Тут из друзей-то только Лиара осталась. Ну и иди немножко. You may be a brother to someone, a daughter, a son. But today you're a soldier. The Reapers gave you a purpose, and you accepted the challenge. You all chose to be here. Each of you chose to stand and fight. Ну да. Победа или смерть? Помните же, нет, победа или смерть. One way or another, this war ends today. There will be no second chances and no room for mistakes. Ну вот я не знаю. Во второй части более у него была задористая речь или нет? Anything less? And you're already dead. Вот это эпичная фраза.
И музычка прикольная. YouTube по-любому за этого заорет. Ну ничего страшного. Ну что ж, наше последнее путешествие с Лиарой и Вегой. Даже оружие не дали им выбрать. А, нет, дали. Просто мы не на Нормандии, поэтому картинка другая. Ну, хорошо. Может ей поменять на что-нибудь, что урон увеличивает. А нет, ничего путнего. И прокачать ничего, увы. А нет, веги можно. Осколочные гранаты, вот как раз. Броне, щитам. Знаете, здесь будет много банши, поэтому, пожалуй, щитам. Зажигательные патроны. Ляри. Ей мы, увы, ничего не можем прокачать. Стазис нафиг надо, мало ли еще на основную панель вынесет этот долбанный стазис. Так, а у нас-то что? 0 очков. Ну, всего 53 уровень, хотя... Когда я проходил первый раз, у меня был 56. Забавно, адмирал пешком идет. У него у кепки как будто козырек стальной. Ну или как минимум пластиковый. Вам может показаться то, что это у меня звук кричит, но это в ролике на самом деле так выстрелы сделаны странно. Хаск. Хаск, хаск. Ну что ж, мы должны пробраться, значит. Эх, сейчас наверняка будет куча хренова. Эй, Вега, ты чё? Блин, они опять местами поменяли. Хотя нет, Лиара слева в основном всегда была. Но иногда меняются местами, это не круто. Так, это наши. Такой же был в миссии с Касуми Гото. Мы с него даже стрельнули один раз. Черт. Так, ну пока все просто. Но это пока нету опустошителей долго. О, вы его не... А, подбили. Но он почти целый. У ракет танки с мощностью 1000 чего-то там. Блин. Твою мать. Давайте. Э, танк, а чё-то ты не сильно-то по нему попадаешь. А вот и банши. О, я научился клёво у них снимать щиты. Черт. Вот похоже у нее когда вот такая вот хрень. Твою мать. Вот когда такая хрень, на нее не действует ни хрена.
Вайт. Вега отлично отвлекал пока этих. Да, Банши это серьезно. У нее еще и защита, оказывается, есть от биотики. Так, ты, конечно, не применил, как всегда, патроны. Вот у этой прикольный эффект такой. Слизь остается. Как в Fallout'е, короче, от плазменной винтовки. Не в третьем Fallout'е. Ну, в третьем тоже, но в третий Fallout это все-таки перекочевало от первого и второго. Плазменная винтовка, когда стреляешь, очень красиво в сапоги стекает противник. Ну, если... Ну, иногда. Не всегда, но в большинстве случаев. От владения, наверное, зависит. Да у меня тоже тут не это, не детский садик. Твою мать. Ну-ка. Все умеют гранаты кидать. Что-то я как-то его слабо жахнул. И че, у меня пулемета тут нет? Нет. Че там? А, тут пулеметный обстрел типа был, и я их спас. Ну да, бывает. Блин, тут на них не так хорошо действует это откидывание. Во второй-то части оно по-любому убивало. Но здесь у него КД, правда. О, тоже карта из мультиплеера. Вон там вот можно залезть наверх. Я промазал. Да твою мать, что такое? Бессмертный, что ли? Бега нормально, в принципе, с ним справляется. Лиара, блин. Чё-то не стало применять на него. Understood. Вот еще касательно системы укрытий. Это, конечно, удобно, но все-таки неудобно. Твою мать. Блин, а капец, у него этот всего одну эту отнимает. Чё-то я слышал. Кто там? Тут кто-то по карте близко. Блин, еще и хаски. А, этот, наверное. Что скажешь? Ничего. Окей. Говорит, Дельта, мы окружены. Вылазь. Так вот, когда сидишь в укрытии и применяешь какую-то способность, да неважно, что, прицел ты просто правой кнопкой делаешь или что. В укрытии у тебя прицел сбивается, когда ты из него вылазишь. Поэтому лучше в укрытие все-таки... Твою мать. Нет, не залазить. Ну, если вы, конечно, не консольщик. Ну, я не знаю.
так ли удобно? Я не представляю, как шутеры играть на консоли. Твою мать. Убили. Да чтоб тебя. Зачем я это сделал? Не знаю. Конечно, консольщики скажут, типа, ну вот, это привыкается, все, и даже удобнее, чем на компе. Но я скажу, хрен-то там. Никогда не будет в шутеры удобнее, чем на компе играть. Блин, мне бы понадобится ничего, а то осталось всего 7 штук. Там вот, например, покажите мне видео на YouTube, чтобы, чтобы что, чтобы, например, консольщик золота сингл проходил. На этих таких дофига. На компе то, что люди проходят. Это как нифиг делать, можно сказать. Если у тебя есть скилл, то большой у тебя проблемы это не вызовет. Ну, скилл и шмот, естественно. У меня ни скилла, ни шмота нет, и у меня только вдова. Я, наверное, как-нибудь поиграю. О, в этот. В сетевой. Но пока мы проходим сингл, так что на нем и сосредоточимся. Че это? А, чувак, сидят не так. И неправильно сидишь. Блин, промазал. Вылазь. Ой. Они что-то про Шепарда сказали? Мне показалось. Мне очень нравится, что пока опустошители очень редко встречаются. Буквально два за все время. Как бы сейчас на себя беду не накликать. А то, если выйдет опустошители штуки три, это будет уже печально. Ну, смотрите, он даже не успеет из своего переулочка, блин, выйти. Кажется, я промазал. Кто-то справа. А, тут можно обойти. И тут некто с щитом, так что они его тяжело будут пробивать. А дезинтегрирующие патроны, деформирующие. Биотиками ослабляют броню сбитых с ног врагов. Нет. Вот против щитов, если бы оно было, вот это было бы круто. Мне сюда, я так понимаю. Нет, мне не сюда. Мне туда, откуда тварь вышла. Хорошо. Блин, гранат надо найти. У меня всего 4 штуки из 6 осталось. Ах ты, ах вы, ни хрена себе. Вега, твоя очередь. Это крайне нечестно было. Но мы справились. Они идут отовсюду. Охотятся за танками, блин, это плохо. О, гранатки. А чё это тут? Памятка по безопасности. А, я думал, какой-нибудь интересный там. Типа, прощай, Джонни, я любил тебя. Ну, то есть это любила. Да, любила. Азари, турианцы.
Ну, Кроган, конечно, умнее всех, он из дробовика стреляет с такого большого расстояния. Вот почему у них нету вот той пушки, которой я того ПВОшного жнеца сбил? В. И на этом все. Нужна поддержка в. Да, походу он один всех перефигачил. Печально. А было бы... Во, освободить ракетную батарею, мы уже близко. Сейчас будет жесткое просто мясо. Я прям очкую. Твою мать. Вот я еще не начал даже... О, отлично. Это мы побережем на банше. А может даже на опустошителей... Нет, на банше, наверное. Опустошители и так выносится легко. Ой, вот это я зря сделал. Ой-ой-ой-ой-ой, кто-то тут рядом. Я успею восстановить, наверное, щиты. Кто тут? Блин, он уже обошел. Блин, это щитом, чувак. А, у него Вега щит одним ударом снес. Я слышу тебя. Точно удар. А где? А, вон он. Почему фокус потерялся? Так, я могу использовать систему Нормандии, чтобы улучшить. Хорошо. Хорошо. То есть надо время, да? Нет? Хорошо, хоть что тут не надо напарника какого-то. Ну, благо, защитить ракетную батарею означает... Что это означает? Не умереть. Вот что это означает, потому что тут сейчас жопа будет. О, по-моему, он посмотрел на меня. Вот они. Самое страшное — это банши, хотя здесь вообще до хрена всех будет. Так, ну пока я вижу только одного этого. Это фигня. Пару хасков. Вот такие ракеты. У нас были похожие ракеты в ПЗРК БУК М1. Только их там было 6 штук на одной машине. Но они поменьше были. Но... Машина зато была гусеничная и в два раза больше. Может, если здесь стоять, то будет довольно легко отбиваться. Надеюсь, что да. Благо, карта показывает, где враги. Ой. И она показывает, что их уже... немало. Так, с этими разобрались. Блин, Лиара, не мешайся. Потихоньку так. Не очкуем. Пока все нормально, их мало. Начинают обходить. Блин, Вега, ты суицидник хренов. Куда ты бежишь? Хотя ты толстый, тебя вообще никогда не убивают. Че, все что ли? Я помню, тут было жесткое мясо. Левый фланг открыт. Hang in there, soldier. Heads up, we've got more incoming. Shit, we better cover our left. Но это не значит, что они не будут еще и с правого фланга атаковать. Банши. Это
это плохо. Черт, Банши. Так, ну сзади пока не атакуют. Твою мать. Куда вы побежали? Две. Два. Сюда, сюда, ко мне. Сюда. Один. Сюда, второй. Я за мусоркой спрячусь. Твою мать, Баншу мусоркой не проймешь. Все. Давай. Блин. Так, ждем, ждем, ждем. Все, огонь. Твою мать, она опять. Что она часто применяет свой щит этот? Ой-ой-ой. Я слышу, что тут еще одна. Блин, как неудачно. Давай, Века, ты пожертвуешь собой. Ради общего тела. А, ты даже не пожертвуешь. Ты, тебе вообще насрать, короче, на все. Блин, в натуре неубиваемый какой-то. Ну, то есть, вот сейчас он умер, конечно. Но Банши неубиваемая какая-то. Что ж тебя... Есть. Вега, 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 я воскрешу тебя, я даже панацелин не буду тратить. Вы знаете, когда вот так вот, как крыса, шкеришься, ну, не как крыса, но это тактический ход, оборонительную позицию занять, все такое, но кайфа получаешь намного меньше от этого. Чего ты тут спрятался? Когда я здесь первый раз проходил, я не знал же, откуда они идут. Ну, я там читал. Да, с левого фланга, туда-сюда. Вот. И мне это как-то казалось даже тяжелым. Две Банши в одно время. Чё-то я не понял. Не похоже, что эти ракеты так жестко взрываются. То есть переманить шница на себя, понятно. Окей, окей. Смотрите, у меня не штурмовая винтовка, но он держит все равно этот пистолет, хоть он и мой. Он держит ее как штурмовую винтовку. А, точно, здесь сейчас будут одни эти. И Банши. Ну, с этими, благо, бороться несложно. Да чтоб тебя, задолбал прыгать. Давай, Вега. Нет, Лиара. Еще раз реагирую на гранат. Не обходит. Зачем это? Твою мать, еще и в меня попал. Охренеть их тут. Вы видите? Видите это? Видите? Конечно, вы видите. Я боюсь, такого количества даже Вега не выдержу. Но благо... Я знаю, что это последний бой, так что...
Ой, а вот этого я не помню. Давай-ка в него гранату. Отлично. Кажется, все. Ай, твою мать. Еще и жнец тут херачит. Бегу аж на убило. Твою мать, да сколько вас тут? А, я вспомнил. Э, где он? Твою мать. Жесткая подстава. Ой-ой-ой. Ай, твою мать. Сука. Блин. Они вообще сволота, вы посмотрите, они пушку у меня забрали. Какого хера они забрали мою пушку? Блядь. Вообще жесть. Я ей не пользовался, она просто взяла и исчезла. Ладно, давайте, я их кайчу, а вы их бей. Твою мать! Твою мать! Ну, пушку забрали, но я просто вообще в афиге. О, еще этих мне не хватает. Охренеть. Я просто... Еще банш. Бля, вы посмотрите только сколько их. Тварь, выйдите из укрытия, трус поганый. Все. Охренеть, да их невозможно убить. Но благо это и не обязательно. Достаточно всего лишь сделать вот так. Вега погиб, правда. Ну нет, он жив. Ну что ж. Господа хорошие. Что поделать, что поделать. Давай, стреляй. Две ракеты уничтожат жнеца. Вот это смешно. А, ну правда они прям в глаз попали. Но все равно как-то... Чисто то, что в глаз попасть. А, хотя они вот еще из всех калибров в него жахнули. Но куда делись все банши и тому подобное, неизвестно. Ну, конечно, вы вовремя. Shepard, over here. Thank God you made it. It didn't look good. Да уж. Пришлось даже умереть один раз. It gets worse. Of course it does.
Да нет, тут, в общем-то, легко. Класса Властелин, включая Предвестника. Они назвали класс в честь одного этого жнеца, который был в первой части, клёво. Но в честь Предвестника ни на кого не назвали, потому что он класса Властелин, наверное. А может, Властелин это не имя жнеца? Get me Admiral Hackett. Ну что ж. Всего два танка выжило, что ли? Крусибл. This is it. Это все. А не время пришло. Как я уже говорил, это альбом Майкла Джексона. А где вообще? Тут как бы вокруг цитадели куча кораблей должно быть. Или что, весь флот нахер уничтожили уже? Альянс. Щитовая. Руками не трогать. Откуда он знает то, что в цитадели нету миллиона хасков? Ну вот, во второй части людям не понравилось то, что сделали босса-жнеца последним боссом игры. И здесь босса вообще нету. В первой части был Саран. Во второй части жнец терминатора подобный. А третья часть у нас просто битва эпичная. Ну как эпичная? Нелегкая, скажем так. Да. Но это не класса или класса Властелин. А еще непонятно, вот этот луч, вокруг него какие-то эти хреновины. Так что нет. Продолжение, а вернее концовку, вы увидите в следующей части летсплея. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, там комментируйте, что хотите, делайте, в общем. Конец уже близок, ссылочка здесь. С вами был Сет, до свидания.